Красноярске стартует проект «Школа поиска и составления родословного древа». Семинары пройдут в Краевой научной библиотеке. Профессиональный генеалог Денис Баранов расскажет о новых техниках исследования родословной, а также научит работать с архивными документами и другими источниками исторической информации. Организаторы отмечают, что работа по составлению семейного древа очень сложная и кропотливая. Однако, зная определенные техники по поиску информации, можно намного быстрее добиться результата. Используя современные методики и старые архивы, можно составить семейную родословную в генеалогических компьютерных программах вплоть до 12-го колена и оформить семейное древо в виде плаката. Первое занятие пройдет сегодня в 17:00. Планируется, что семинары будут проходить в последнюю среду каждого месяца. Занятия проводятся бесплатно. Предварительная запись по телефону 211 14 46.